Brothers. И сегодня мы продолжаем играть Mortal Kombat Mobile. Готовим чефиреху и усаживаемся за просмотр. Так, сегодня поиграем мы в башни колдуна. Тут я дошел до 30-й битвы. У нас босс классический Гора Алмазка. Будем сейчас пробовать его одолевать. Так, изменить. Сейчас поставим терминатора. Сюда. Его нарядим. Раз. Два. Сосуд ему. О, и звездочку. Погнали. Вообще считаю, что они отнимают жизнь, там вообще по кропалям. Как это, просрал короткий стрим? Жопа. Первое. Еще раз первое. Долби. Как я просрал, блядь, этот второй. Воспринял. Все, сканировал меня. Надо было терминатора вызывать. У него иммунитет на скале. А, время нам. Так, сейчас мы терминатору прокачаем. Житурху. Так, еще разок. Ага, уже 20 000. Тогда Рейден.
попробуем. Тихо, тихо. Приплыли. Кровотечение с какого-то перепугу повесил. Да блядь, в блок не успел. Спецприем улучшения. Пока еще Эрен Блэку улучшить не можем. Терминатор. Вторая. Еще раз вторая.
первое. Блин, вовремя блок он так ставит. Да ты шо, ёбушки-воробушки. Завалили мы гора. Наконец-то. Ух ты. Необычная перчатка саламандры. 30% бонус к урону от завершающих комбо-ударов. И 10% увеличение урона только для башни колдуна. 20% бонус к максимальному здоровью. Тоже для башни колдуна. Ну, неплохая такая перча, пригодится. На этой ноте будем прощаться. До следующих видосов. Не забываем, подписываемся на канал, ставим лайки. Пишем комментарий. Пока.